Приветствую, друзья, на канале Лоблэй. Меня зовут Владимир, и с вами продолжаем прохождение игрушки Seven Days to Die. Итак, друзья, сегодня в нашем эпизоде у нас не стрим, а у нас будет серия. Нам нужно как-то, друзья, я не знаю, мне все страдают постоянно стали, нам надо как-то охотиться за стали. Знаешь, что я предлагаю сегодня? Я сегодня предлагаю взять деньги и съездить к торговцам. У нас есть некоторые здесь торговцы, и ну поедем в нашествие, например, да, съездим в нашествие. Может быть, сделаем, да, и потом съездим к трейдеру Ректу, да, и потом давайте ломанем сюда к Джейн. Может быть, у них будет тигель. Я не знаю, мне кажется, он где-то 20 штук будет. Я еще тоже взял в аренду, блин, ящик, автомат, да, там положил вещи, которые не можно продать, блин, просто может быть, каким-то грехом мы их продадим. Так, что я хочу сделать? Я хочу взять тогда сигару, револьвер и возьму все же деньги, что у нас есть. Да, может быть, что даже на продажу взять, мало ли что там, а у меня даже нет ничего на продажу. 18 тысяч, ну, я не знаю, мне кажется, 20 штук он стоит, да? Ну, блин, если что, там, может быть, мне даже нечего продать. Подожди, а что у нас там можно продать? Не, ну все продал, блин. Здесь у меня тоже ничего нету такого. Ну, может быть, у нас, знаешь, со скидками и сигарой и остальное, может быть, купим какое-то бухлишко. Нам, может быть, повезет и будет все нормально. Я не знаю, или сейчас пройдем, может быть, сходим. Может быть, да пройдем сначала. Ну, не, слишком долго будет, потому что я не хочу слишком долго серию сделать. Потому что, ну, это у нас... Так, куда нам доехать надо? Нам надо ехать... Ну, поехали, короче, к торговцам, да? Я потом уже посмотрим. Куда мне? Где моя метка? Я хочу просто да, проехать, потому что ну, я не хочу очень как-то длинный эпизод делать, так как я сейчас после работы. Это у нас сейчас 11 часов ночи, у меня вечера, да, завтра опять на работу. Но я хочу, знаешь, чтобы началось уже к нашему следующему стриму, чтобы у нас был уже тигель. Но надеюсь, что нам повезет, и мы сможем приобрести него. Кстати говоря, значит, заодно пока мы там едем, значит, это может, да, я могу, я пока еду. Да, могу снять. Замечательно. И на револьвер я не могу никуда поставить пока что. Поехали. Нам 1,8 километров. Посмотрим, если это мы уложимся быстро. Может быть, у нас нам получится. И мы сможем уже у Рэкета купить что-нибудь. И еще, что мне бы, конечно, было бы желательно. Генератор. Генератор, нам нужен генератор. Ну, опять же, трек-директор. Блин, мне кажется, он... Вертолет, самолет. Где посылка? Может, что в посылке будет такое хорошее, мы сможем продать. А как далеко посылка? Я не вижу ее. Так, бензин у нас есть, у нас еще 2 литра еще есть. О, блин, ну это будет около, рядом, наверное, с нашим торговцем. Надеюсь. Вот, и если мы получим тигель, вообще это будет такая, это будет такое, блин, облегчение сразу. Мы сможем и тогда стальные инструменты создавать, мы сможем... уже в сталь уходить. Блин, столько возможностей открывается, потому что книжек найти столько, это просто нереальное количество. Книжек надо, там 75 книжек надо. И в таком раннем, как говорится, уровне я не смогу этой книжки так надыбать. Это я постоянно должен просто бегать и ну, лутать книжки, а они же не рисуются, блин, как не знаю, кто мне должен начать ехать в другие города там. Но опять же, на мопеде, блин, это, ну, это довольно-таки проблематично. Долго. Вот. А если будем в сталь, у нас там вообще откроется очень много разных вещей. И это вообще будет шикарно. Потому что сейчас все уйдет в сталь. Даже вот, например, даже шестой уровень брони можем сделать, да. Но нам нужны дохерища стали, блин. Мы так и пытались на пятый уровень там автомата, не на третий, там набрал 60 стали. Это вообще пиздец какой-то. Да, что-нибудь хорошее. Ладно, давай выучим. Ах ты, блин, извиняюсь, говнище. Дубинка. С херосом мне сдалась, блин.
Ну, ничего толкового. Если еще продадим вот это, сколько будет стоить? Две... Не, мы не будем продавать его. Ну, что-нибудь, да, блин, придумаем. Может быть, еще продадим. Там нож там продадим или что такое. Ну, типа, чтобы добрать 20 штук. А здесь кому 2 километра. Но я надеюсь, что у нас будет рэкета будет. Но мне кажется, что он не человек, чувак, который торгует такими вещами. Он больше кажется на какие-то строительные. А ну бля, хер его знает. Я как-то не понимаю, как они вообще распределены. Знаешь, что Джейн у нас занимается медициной. Вот. Не знаю, как, друзья, если вы там смотрели в записи наш предыдущий стримецкий, 14 эпизод у нас был в стриме. У нас была 14-я ночь. Ну, было бомбически, скажу так. Я ожидал, что будет тяжелее. Но у нас там выскочили эти, блядь, мутанты, волки. Это просто пипец. Я перефигел. И в одном момент они даже двое там выскочили. Это вообще была такая жесть. Я не ожидал их еще. Я видел их, короче, на арте, да, типа на... Ну, в нете видел. У других там пацанов там играли, да. Но у меня еще не было их, с ними никаких встреч. Да и слава богу, я в них столько всаживал этих патронов, это просто пипец. Если кому интересно, можете зайти посмотреть предыдущий стрим. Под конец там, получается, у нас было. Там была нормальная такая жесть. Ну, и база не пострадала, по большому счету, так очень много. Там чуть-чуть там, конечно, покоцали. Ну, так всего это, так как ты знаешь, какие-то, не знаю, там лаги, баги. Что-то там не срабатывало, как полагается. Они постоянно застревают на одном, на двух кубиках. Не знаю, почему это связано. Черт его знает. Но они постоянно там долбятся, надо их в стали улучшить. Вот так тут и надо, знаешь, стали-то. Потому что дальше будет. Здесь уже сейчас волки эти бешеные пошли. Я представляю, что будет дальше. Так, куда мне ехать? Ну, поехали через по дороге, поехали, будет быстрее. Я надеюсь. Может, какую-то еще полицейскую машину найдем? Там ее залутаем, может быть, там будет какой-то инструмент какой-нибудь крутой. Ну, или оружие, чтобы продать, чтобы эти 20 штук... Потому что мне кажется, что он 20 штук стоил, я могу ошибаться. А, я уже это все залутал здесь. Уже к нему же мы уже ездили до этого. Ну, ничего, бывает. Вот. А, значит. А, ну там мы еще там же вот это убегали от вол. Стоп, блин, тут не было. Книжки нужны. Есть. Я могу что-нибудь создать? Наковальня. Я могу наковальню создать. Офигеть. Круто. Хоть что-то, блин, не могу создать сейчас сам. Чуиха даже ухом не шевельнула. Как-то очень странно. На мотоцикле проехал мимо и вообще никакой реакции. Так, о, мы приближаемся к торговцу, супер. Ну, пожалуйста, дай нам, блин, сигель. Тигель, тигель, ай, люлю, давай нам. Тигель, я прошу. Ну. Stop staring, asshole. Так, короче, ты че? Я сейчас в лицо разукрашу. Че сказал? А есть что-нибудь видео инвентарь? Инструменты. Нет, это здесь должно быть. Или подожди, или здесь. Ну нет. Ну нет. Блять, генератор, нам тоже нужен генератор. Ах, боже, что делать? Ну я хочу... Тигель мне важнее, у меня нет тигеля. Короче. Делаем так. Мы, короче, сейчас едем к Джейн.
Если у Джейна ничего не будет, у Джейны ничего не будет, тогда возвращаемся, покупаем тигель у тебя. Nerves, кстати, давайте посмотрим, может быть, есть кто-то... Ну, тут не будет то, что мне нужно. Тут только бухло, чтобы обмен плюс 10%, чтобы на продажу, типа... Ладно, поехали отсюда. Давай к Джейн ломанемся. Так, Джейн, где Джейн? Нам надо ехать прямо. Короче, друзья, чтобы время не тащить, как говорится, кота тоже за это не тащить, я, короче, сейчас приеду. Как только буду приближаться к торговцу, тогда подключимся, чтобы ну, не тратить время на это. Так что никуда не бегайте, скоро вернемся, друзья. Ну что, друзья, мы приехали уже. Ну и, как говорится, момент истины. Блин, надеюсь, что я не зря сжег, блин, почти что 20% топлива. Потому что на шифтах ездил, чтобы быстрее добраться сюда. Так, ну тут, походу, все залутал до этого, да. Тут я уже здесь был, да, все залутано. Иди в баню. Ну, Джейн, я тебя прошу, умоляю тебя, там я уже тоже залутал. Дай мне, пожалуйста, тигель, я тебя прошу. I am so glad to see your face. I get lonely sitting by myself all day. Да ты что? Можно увидеть ваш инвентарь, пожалуйста? И даже мне страшно сейчас. Proven remedies only. Нам надо сюда, да? Инструменты? Да, детка, у нас есть тигель, сука. Извиняюсь, мой французский. И это 13,5 тысяч только. Это бомбически. Берем без вариантов купить. Да. Да, да, сука. И что у нас? Подожди, сколько у нас денег? Там было 1300, да? Схема модификатора транспорта ограничителя потребления топлива. Давай тогда. Краткоствол. Мир инструментов по-любому надо брать. Там надо настать 1500, 1300, да, там было. Бейсбол нам нужно. Не надо. Нужно купить. Все, больше не могу ничего делать. Все, мне уже, все, уже баста. Мне там надо 1350 стоило. А, все, мачете 6 уровня, все, отлично. Короче, 4. Все, быстренько побежали. Ну, не, я не могу тратить уже, все, мне надо осталось только чисто на бляха-муха. Генератор. Так, стопэ, мне надо отметиться, куда мне доехать. Где наш? Так, рэкет сюда. Я, короче, опять же, друзья, ради экономии времени, я просто сейчас быстренько туда... Мы открутимся и подключимся через некоторое количество времени, да? Там через, ну, для вас это будет секунда, для меня это будет минут... 3-4, может быть 5. Так что никуда не бегайте, скоро вернемся. Я только настолько рад, что у нас есть тигель. Это просто пипец. Это такой буст в нашем развитии, это просто не представляете. Так что никуда не бегайте, скоро вернемся. Итак, друзья, почти что 20% топлива спустя, которое мы просрали на форсажах, мы доехали до нашего торговца Рекера за нашим генератором. Генератор нам нужен. Так как мы, помните, уже в прошлый раз пытались забыть генератор, у нас не получалось. Наш торговец просто какой-то бомжара и... Где там было у тебя? Здесь было? Где у тебя там, бляха-муха, было то, что мне надо? Генератор. 1350, у нас 1500. Все, берем. Купить. Книжки. У тебя есть какие-то толковые книжки? Мастер на все руки. На все руки. На все руки. Сколько у нас денег?
Даже не хватает. Ладно. Иди в баню. Короче, у нас осталось 184 монеты. Зато у нас есть, бляха-муха, генератор. И у нас есть тигель. Это просто нереальное. Нереальный буст в плане развития. Это просто... Это отвал башки. Просто отвал башки. Это что можно поставить вот сюда? Мы идем сейчас... Я думаю, что мы поедем сейчас по заданию. У нас есть оружие, у нас есть хилки, у нас все есть. Наше задание здесь. Так, нам откроем карту. Все убираем. Надо тоже переложить все, что у нас здесь есть. Генератор это, тигель, деньги, семена, сигары. Вот это, все это можно скинуть. Потому у нас 1,9 километров, опять же, друзья. Блин, столько перерывов, так что сейчас доедем, и у нас будет все отлично. Ну что ж, друзья, мы приближаемся к нашей точке. Но, опять же, что мы будем делать? Мы сразу же пойдем в финалку. Проведем, ну, типа, как обычно делаем, двойной лут, да? Это не чит, это просто, как его сказать, абьюз, не абьюз, ну, два раза мы залутаем это дело, и все, короче, мне-то главное еще найти, куда нам идти, да, потому что я точно не знаю, где лут, в этой хате, ну, сейчас откроем одно окошко, посмотрим, явно не здесь. Может быть, он в контейнере, может быть, на втором этаже, может быть, это он вообще не там, где нам нужно. А вот его. Наугад просто пришел и нашел. Значит, по нашествию так же самое сделаем. Мы сначала зайдем сюда. Залутаем все, чтобы у нас были патроны. И все. И будем зачищать. Тоже здесь будут самые жестокие зомби. Ага, это уже все я прошел. Ладно, пошли запускаем шарманку. Быстренько пройдем это задание. Что такое? Марафон выжить. Скидываем. Не, ну патроны. Не, ну это мне не нужно. Запускаем шарманку. Я, короче, пойду сразу. По-громкому, друзья, по-громкому пойдем. Это вот при использовании вот такого аппарата. Чтобы максимально быстро это все сделать. И эффективно. Так, куда я сюда заходил, да? Так, здесь чуть надо поосторожнее. Это просто какой-то жестокий чел. А ну ферал. Понятно. Зато радиоактивного быстро скидали и все нормально. Блин.
А, ну тут надо осторожно с этим. Ну, скажу так, говнище, говнище. Так, книжечку надо зачитать. Может, какие-то книжечки будут хорошенькие у нас. Качество лука 3. Это надо скушать, что-то мне здесь. Здесь надо осторожно. Здесь у нас сталь, знаете, друзья, помните, да? Должна быть сталь. В жопу тебе не сталь. Окей. Ну и погнали дальше. Ну, иди сюда. Ой. Блин, ногу отрубил ему нахер вообще. Ты наглый чувак. Покажи себе башку. Там надо как-то подойти к нему, так и влебать ему, чтобы 6,8 сработало. Фу-у-у-у-у-у-у. 6,8 сработало, блядь, но столько у него хп, там пипец. Ты чё тут паришь, наверное? Ну пугал меня тварь. Латуни. Да тут ничего толкового вообще нету, пипец. Где остальные чуваки? Тут же второй этажа, походу, не было.
Так. Ну вот этого с первого раза убили Ферала, вот как это понять? Он мне на башку упадет. Стопудово. Ты мне как пить не дай. Что падает? Где, блин, те остальные? О, боже. Так, кто-то остался наверху где-то. Так, где-то. Как туда забраться? Все, зачистили территорию. Пошли сдавать задание. Где мой велосипед? Где мой мотик? Да иди ты в баню. Где мой торговец? Там торговец. Поехали. Сейчас дадим задание, посмотрим, что за награда дали, поставим тигель, и у нас будет все шикарно. Ой, это еще 700 метров надо ехать, твою мать. Давай, на шестах еще 13% осталось, у нас, блин, 100% зажгли топливо сегодня. Ну-ка, спешим, спешим. Экономим время. Так, эти полицейские машины уже проверены, так что там нечего делать. Мне очень интересно, сейчас посмотреть, что нам за награду дадут. Это будет вопрос на миллион. Какую-то шнягу опять нам дадут. Шляпу просто полнейшую. Вот и все. Столько машин здесь, надо как-то их потом приехать разобрать все. Давайте, скорее всего, за кадром делать, чтобы вас не загружать этой темой. Бестолково, блин, просто разбирать все инструменты. Нам надо как-то создать шестую мачету. Надо создать шестую броню полностью, да? И у нас будет вообще шикарно. У нас на броню не хватит, блин, этих легендарных частей, да? Они как-то очень мало выпадают у нас. Интересно, как это можно будет повысить шанс выпадания этого всего процесса? Если, друзья, вы знаете, подскажите, пожалуйста. Я, конечно, рано или поздно сам... доберусь до этого процесса, ну, может быть, кто-то будет смотреть видосики и подскажет, когда это быстрее все сделать.
Но главное, если у нее, друзья, у нас есть возможность создавать сталь. Это самая топовая тема. Потому что сталь нам нужно будет везде. Блин, дальше у нас без стали это как вообще без воды. Нереально выжить. What's your problem? Didn't we agree your first job was gonna be free? Damn, this is all I can spare. 2200 фишек, механические патроны 762, усиленные патроны магнум, бронебойные 50 миллиметров, 200 пороха. Блять, ну что мне взять такого? Давай возьмем усиленные патроны магнум, может быть, не? Или бронебойные патроны. Или патроны просто 762. Или пороха 200. У меня патронов этих дохерища. А, возьмем патроны, все, не париться. Есть какая-нибудь работа? Нашествие ликвидировано 300... Или 680, сколько там метров? 885. Очистить от зомби... 500 очистить от зомби, давай. Так, ну короче... Поехали устанавливать наш тигель. Тигель, тигель, I love you. Так, и сюда. Кстати, можем увеличить вот это дело. Отлично. Тебя сюда. Ничего толкового не забрали, да? Бляха-муха. Ой, перепрыгнули. Ну что, пошли устанавливать тигель? Иди сюда, малыш. Тигель. Блять, я тигель не взял с собой. Ой, не валит. Ладно, сейчас скинем то, что на продажу. Деньги наверх. Тоже ж семена что-то. Отлично, тебя сюда тоже скинем. Генератор мы поставим вот сюда. Так, что там еще? Ну, все, больше ничего не надо. Так, сюда все остальные ресы. Сюда все остальные модификации. От тебя сюда. Кстати говоря, у нас же есть сейчас новый ящик. Латунь на продажу. Железо на плавку. Все забрали, отлично. Мы сейчас можем установить тигель. Тигель. Хлыбысь. А, тут нужно это так. Тигель есть. Все, отлично. Тебя сюда, дружище. Тебя сюда. Тебя сюда. Еда, напитки, медицина. Ну, а это модификация. Сюда поставим пока что. Есть какие-то дубленные, это что? Убираем. Это пока что оставляем. Остальное. Так, и что нам надо, чтобы создать кувалду? На ковальне. Изготовить.
Кажется, готов 9 минут, пипец. Так что, друзья, я думаю, что на сегодняшний мы эпизоде закончим. То, что мы хотели добиться, не то, что добиться, а что мы нашли, зачем мы охотились, мы его словили. Так что у нас есть тигель. И сейчас мы можем вот сюда зайти. Вот сюда. И слиток стали можем слепить без всяких проблем. Вот. Так что такие дела, друзья, дела. Так что, друзья, если есть какие-то советы, рекомендации по поводу игрушки, не стесняйтесь оставлять комментарии под этим или под любым другим видосиком. Если вам, конечно, понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик и нажмите колокольчик, чтобы получать оповещение насчет новых видосиков или стримов, в которых у нас побольше стримов, чем видосиков, но это в связи с тем, что у меня очень мало времени. Вот такая вот байда. Вот. Так что, друзья, большое вам спасибо за вашу поддержку. Всего вам доброго и пока-пока.